Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами Артем Динамик, и сегодня мы поиграем в Fallout 4. Ну и, соответственно, для начала мы, наверное, вырубим музыку, потому что иначе... не могу, да, я тут вырубить музыку, ну ладно, иначе нас будет... Итак, YouTube немножечко штрафовать, ну, надеюсь, что эту песню он не услышит, я буду громче. Так, ну что, лицо А, лицо 1, А... Мод, можно... Ой, там робот прошел сзади. Так, лицо 14. Нет. Я не буду сильно заморачиваться созданием персонажа. Вот, что-нибудь подберем такое рандомненькое, как вы на это смотрите. Или все-таки запариться, грубо говоря. То есть вот так вот сделать и вот так вот нос ему вот так вот. Так, нос отлично. Так. Так, а как дальше-то? Так. Принять. Какой клевый нос, говорит. Отлично, вот. Изя Рабинович сейчас почти готов. Нет, давайте бровки-то ему вот так вот чуть-чуть, нет. Вот так он жалостливый должен быть, только, знаете. Вот так вот, жалостливый. Так. Глазки вот так чуть испуганные. Почти, знаете, вот как вот. Почти на мокром месте. Вот. Вот у него... О, вот так, вот так. Жалобный еврейчик такой, да, у нас получается с вами. Так. Принять. Глаза, брови, так, волосы. Так, а что? Стиль. С. Вот так. По-моему, неплохо. Изя, по-моему, выходит очень даже неплохо. Так. Уши вот так вот. Поверни вот так. Убийца Изя. Ладно, принять. Так, отлично. Скейт назад. И готово. Да, подтвердить. Вот с таким мужчиной ты живешь, дорогая. Так, ну... С самого начала посмотрим на Изичку. Изи готов. Та-та-та. Изи будет хитрый человек. Так, давайте походим. Что мы тут видим? Так. Радио выключим, чтобы у нас... Вот, теперь у нас не будет проблем. Кстати, я могу здесь сейчас в настройки зайти. Аудио. Радио. Радио выключено. Эти музыку еще выключим. А вот шум пустоши мы должны услышать. Так, и идем дальше. Так, малышок. О, привет! Шон Рабинович, как дела? Давай поиграем. Отлично. Давайте покрутим ему штуку. Та-та-та-та-та-та-та. Что у тебя здесь есть? Не рановат ли тебе в это играть? Нет? Так, ладно. Порнушки я тут не прячу, ладно, хорошо. Так, кресло сидеть не будем. Активирую книжку Special. Интересно, кем станет Шон, когда вырастет? Окей, ладно, посмотрим. Бейсбольная перчатка. Перчатка пока великовата. Но Шон еще дорастет. Либо он станет вундеркиндом, либо будет бить кубиком друг от друга. Лучше всех остальных. Так, окей. Дверь закрыть нельзя тебе? Так, что у нас тут? Пораскрывали. Так. О, коробка от робота. Очередной шедевр, да. Так. А, ну, короче, это просто тут надо походить, посмотреть. О, доброе утро, сэр. Ваш кофе 78,6 градусов Цельсия. Сварен идеально. Спасибо тебе, родной. Спасибо тебе, родной. Ой, да я патриот. Американский флаг. Старые добрые штаты. Так, я патриот. Гранок Варгар и джунгли не то... Господи, мой любимый выпуск. Окей, так, кофейку. Хлебанем. В холодильнике бутербродик. Опа, Нюка-кола. Ну, а что не попить-то? Ладно. Так. Газеточка. Опять одно и то же. Малыш плачет, пойду схожу. Так, ты кто? Да уйди отсюда, Котсворт. Буду звать тебя пылесос. Пылесос.
Нет, шланг. Буду звать тебя шланг. Шланг, отвали. Что такое? Кофе, ваш кофе на столе. Да я уже пил. В понедельник, например, в бане, не знаю, ничего интересного. Надо еще кофе, может, выпить. Да нет, не дают. Так. Киборг один с ребенком. Мне это не нравится. Все нормально? Косворт. На посуде не беспокойся. Да я не беспокоюсь о посуде. Я боюсь этой жестяной пиле вот здесь, когда ты рядом с ребенком. Слышишь? Вот здесь пила. О, дверь звонят. Так, ну, кто тут? Так, секунду. Диалоги надо сделать погромче. Я плохо слышу звуки. Так, голос. Вот так примерно. Так, Волтек. Мне не интересно. Я же еврейчик. Дядя, Изи ничего не покупает. Все хорошо, сэр. Не сейчас. Не хочу разговаривать с ним. Почему дальше перевода нет? Я пришел сообщить, что благодарен за все, что ваша семья сделала для страны, ваша кандидатура одобрена на место для убежища. Убежище 111. Вся семья? Конечно, конечно. Кроме робота, разумеется. И вам уже представили допуск. Всего лишь кое-что уточнить. Чтобы не было никаких задержек в случае непредвиденного тотального уничтожения. Это займет лишь пару минут. Да, сарказм, да, сарказм. Жду не дождусь конца света. Ага, вот этот настрой. Так, посмотрим. Ага, и нам дают распределить очки. Ну, во-первых, все на 3 сразу, а там будем уже смотреть. Так. У нас есть 7 очков. А что у нас дает здесь ловкость? Быстроту, рефлексы, точность движения. Ну, здесь число очков в ватс и способность действовать скрытно. Скрытность — это наше все. Мы берем минимум на 5. Даже давайте на 7. Сила. Вес. Харизма. Так. Так, вот так сделаем. Удачу мы понизим до 1. Давайте. А, восприятие. Нет, интеллект повысим до 5. Выносливость. Так. Давайте вот так сделаем. Вот такой у нас персонаж будет. Звать его будут Изя Рабинович. Изя Рабинович. Хорош. Так. Все, и принять. А, нельзя, да? Окей, на русском нельзя. Тогда и... Просто Рабинович. Рабинович. Итак, Рабинович. Ну, мы знаем, как его зовут на самом деле. То есть, и, соответственно, Рабинович. Чудесненько. На этом все. Осталось отнести бумаги в убежище. Поздравляю, вы готовы встретить будущее. Спасибо. Да, бухнуть бы. Отличный ответ. Я когда хочу, умею. Опять Шон плачет. Пойду поговорю. Робот, ты что опять косячишь? Ты что натворил? Я тебя пристрелю. Побыть с папой. Я здесь. Пошел вон.
Я запрыгну к тебе в кроватку. Дети любят, когда папа рядом. Не получается. Ладно, поиграем с Шоном. Куда он пошел? Я вот тут хочу это делать. Так. Ля-ля-ля-ля-ля. Какой я довольный отец, не правда ли? Прям вот чувствуется, отец стоит. Сарказм. Вот это сарказм. Так, что-то случилось. Затем вспышки, ослепительные вспышки, грохот взрывов. Мы пытаемся получить подтверждение. Так, а зачем ты ребенка вытащила? Нью-Йорк, Пенсильвания, все горит. И у меня такое лицо, как будто я накакал в штанишки. Я накакал в штанишки, ну ничего. Нам нужно в убежище. Так где выход? Где выход? Вон там. Каждый сам за себя! Каждый сам за себя! Каждый сам за себя! Каждый сам за себя! Бежим, 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 бежим! Так, а что будет, если я не побегу к ним? Я так понял, туда. Бежим, бежим, бежим. Туда, воруем, будем мародерствовать. Бежим, уходим. Ой. И нельзя туда, умираешь. Понятно. То есть, вот видите, видите, Fallout какой плохой. Какой плохой Fallout. Ладно, все, каждый сам за себя. Каждый сам за себя. Каждый сам за себя. Бежим. Бежим, бежим. Она догонит. Ай, не туда, туда. А она уже тут, она меня опередила. А это не она. Ну чего, я первый. Так, валим, 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 валим. Валим. Что она там, отстала, да, отстала? Отстала, бежим. Я буду свободен в новом мире. А, этого не пустили, дядечку, да? Здорово, мужик. Мы в списке. Жена там, где... А вот она. Телепортировал, что ли? Бежим! Валим, валим! Валим! Валим, все. Валим. Центр платформы. Встал? Встаю. Да тебя все ждут, поторапливайся. Все, нормально, сейчас опустимся. Опустимся сейчас. Опускай хреновину! А, опускай! Опускай хреновину! Где? Кто? Кому? Уж ты ж, ёжик, опускай! Опускай! Ух! На самом деле никто бы не выжил. Ну да ладно. Великие Соединенные Штаты Америки. Наверное, китайцы это были, мне кажется. Не ной. Слушайте, мне кажется, мы только что не пережили ядерный взрыв. Он по... Или он под спайсами. У него реакция просто великолепная. Так, все, ладно. Каждый сам за себя. Офицеры? Офицеры, всем привет. Всем привет, офицеры. Идем дальше. Welcome home. Фак, у меня оружие, они заметят его. Я вот тут обойду. Чтобы они не видели, через проходные не пойду. Подойди к столу, возьмите комбинезон. Комбинезон дай. Дай комбинезон. Спасибо, что дальше? Видите, я не прошел, не знают, короче. Пошли. Пошли, я тебя кокну. Я тебя кокну, будешь жене представить. Понял? Слышь, доктор, я тебя кокну. Че ты не идешь? Что такое? Что такое? Я сломал твой код? Что ты бычишь? Что ты от меня хочешь?
Что ты от меня хочешь, а? Тут стой. Никуда мы не пойдем с тобой. Все. Я сломал игру. Слышь, ты, ах ты, шалава, она ему помогла. Не, ну вы видели? Не, вы видели, да? Ну вы все видели. А, мужик, держи его, держи. Держи его, мужик. Так, тихо, обои зажали. Смотри, тут мужики сосутся. А, это не мужики. Ну что, куда ты? Что ты думаешь, ты крутой? Ты что думаешь, это твоя территория? Ты куда на мой район? Ты куда, куда пошел? Иди отсюда, иди. Иди. Ладно. Ладно, пошли. Офицер, здесь ничего интересного. Допусти меня, слышь. Keep moving. Рабинович извиняется. Да? А ты ничего не попутал, лысый? Ты знаешь, кто я? Оп, тут тёлка села на такси. А можно к вам, мадам? Мадам, я к вам. Дорогая, я дома. Ладно, пойдем. Так. Сюда. Just step in here and put your vaults in. Как я должен зайти в комбинезон? Не бойся, малыш. Я далеко не уйду. Я буду рядом. Вот видишь, папа совсем рядом. Так. Дорогая, ты куда пошла? Что находит? Слушайте, у меня какая-то семья наркоманов, я не знаю. Куда ты? Ты с этим мужиком, что ли, хочешь? Мистер Эйбл. Эй, лифт такой тормозной. Как? Пройдите, говорит, в камеру. А вот моя камера. А вот, комбинезон одел, да? Нормально. Теперь у меня комбез. Давай. В камере пройдут сынобработку и сброс давления. Дальнейшим спуском в убежище. Сохраните спокойствие. Вранье. Резидент в безопасности. Пока! Пока! Блин, это криокамера, походу, да? Да. Я по звуку понял. Да ладно, пацаны, я знал, что тут заморозят. Я знал просто это. Я так чисто, знаете, там, знаю немножко об игре. Ладно, хорош клоунчить. Развел тут клоунаду, блин, понимаешь ли. Шутки, прибаутки. Шутки такой, Артем. Где твоя серьезность? Ты же в Fallout играешь, четвертый. Криогенный сон прерван. Включено ручное управление. Давайте икшон. Где это все? Давайте. Холодно. Маньяк-насильник. Это маньяки-насильники, они у... Некрофилы. А ну не трожь, паскуда. Не трожь. Нет. Не, ну это не смешно. Хотя это игра. Ну ее застрелят, конечно же. Пам. И тут был ждал. Я запомнил тебя. И опять уснули. Так, ну я уже готов. Выпускайте меня из криосна. Ну, братишки. Рабинович хватает ртом воздух и кашляет. Вот это надпись, конечно, да.
Всем раздетым немедленно покинуть убежище. А вы знаете, что я наверняка описался после такого? Представляете, сколько был в заморозке? Я по-любому должен был описаться. Дорогая! О, гад! Я даже подпрыгнул. О, гад! А видите, какой он эмоциональный? Смотрите, сейчас дальше будет говорить. Я найду, кто это сделал. Эмоциональный парень. Эмоции так и прут. Ну ладно, а то мы играем все-таки в шутер от первого лица. Давайте. А можно облутать трупы? Почему они это сделали? Терминал наблюдения. Добро пожаловать в все Кропка Индустрис. Реагирует настолько. Состояние объекта в камере. Камера один. Мисс Каллахан, мистер Каллахан, мистер Эйл. Мисс Каллахан. Мертв, причин смерти, удушение, со сбоем в системе снабжения. Мистер Каллахан. Удушение. Так. Что случилось с нами? Нора и Шон, младенцы. Мертв. Кажется, я не то нажимаю. Неизвестно. Запущен протокол рукоплачивания дверью. Так. Рабинович. Неизвестно. Запущен протокол дистанционного. Есть еще кто? Мистер Рассел, например. Мертв. Ну все, короче, стали мертвы. Да все, пойдем отсюда. Ладно, неинтересный ты терминал. Нельзя тебя хакнуть. Так. Тяжело дышит. Так, сейфити. Так, надо что-нибудь найти, палку какую-нибудь. Так. Есть что, топор, не? Так, мне туда, значит, мы тут походим. Так. Планшет возьму. Ну, как это? Новый комбинезон, кстати. Так, давайте посмотрим. Инвентаря у нас пока нет, понимаю, да? Так. Может быть, здесь кто живой? Они мертвы. Так, тут что у нас? За терминальчик. Тут можно, наверное, узнать, может, кто-то живой есть. Помер. 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 Ну ладно, здесь. Здесь все умерли. Понятно. Здесь. Рабинович кашляет, представляете? Ой, таракан! У меня защищаться нечем. Так, секунду. Так. А как-то тут инвентарь есть? Бэк, сумка, нет? Только с пип-боем это мне даст. Ну ладно, пойдем. Здорово, брат! Здорово, брат! Значит, окей. О, нормально. Пошел вон! Ненавижу тараканов. Я туда не хочу. Так, что это? Стимулятор, нормально. Зажигалка, бутылка из-под ядер колы. Чудо-клей, пачка сигар. Все берем. Так. Сигареты заберем. Так. Здесь что, да? Да-да-да. Картотека, ничего. Так. Терминал службы безопасности. Журнал службы безопасности. Давайте последняя запись. Разрешение на эвакуацию от Волтек так и не поступило. Надо уходить. Почти закончились продукты. С этого ничуть не пристрелили за то, что он укрепил. Уронил крекер на пол, мы все обсудили. Пора, так или иначе, выберемся из этого убежища. Ну, короче, понятно. Будут последствия.
Короче, читать это все круто. Это интересно. Но не когда вы снимаете Let's Play. Так. Потому что мы уже практически полчаса снимаем. Опчика. И сюда. Ну давай. Не. Giant. Гигантские тараканы? Что за черт? Это не ломается. Это не ломается. Игра 2015 года. Надо попить. Есть кто живой? Бутылка пива. Письменный стол. Терминальчик. Так. Та-т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 а. А это Марио против это. Ready? Так. Эй, я прыгнул. Давайте еще. О, там есть броня бросил стали, кстати, надо взять. Так, он не присаживается. Не пойму. Не прыгаешь, что ли, через него? Ладно. Не, он, по-моему, через... Ладно, выход. Хотя эта игра не менее интересна. 3, 2, 1. Ой. Выход. Yes. А извлечь... Ой, извлек. Отлично. Теперь у меня есть эта игра, я могу играть, да? Типа на диске. Крутяк вообще, ребята, крутяк. Палкой не сбил, зато... Ну, а, окей. Попись-писькать можно? Нет. Так, я уже попил, спасибо. Так, что тут было? Ничего. Что-то было. А, закрыть дверь. Окей. Так. Вы что-нибудь видите? Я нет. Можно поспать, в принципе, до Нового года там. Ну и так далее. Я так понимаю, генератор шалит, да? Ну, я обойду. Я тут ползать не собираюсь. Пошел вон. Так, там я ходил. Окей. Он меня ударил. О, чувак лежит. Where is everyone? Is this all that's left? Так. А ничего тут нет? Ну ладно, пойдем сюда. Таракашки. Пошел вон. Так. О! Is anyone alive? Вообще кто-нибудь выбрался? Did anyone get out? А как оружие поменять? Ладно. Потрепанный планшет. Очки надо взять, да? Без очков. Так, ну окей. Терминальчик.
Так. Креалиатор. Открыть аукционный тоннель. Отлично, там открыли. О. Так. Шпилек нет. Шпилек нет, да, может быть, они тут где-то есть. Что это? Целый. Да я... мне спать-то не надо. Зеркаль нет, ничего. Открылась дверь, ну ладно. А вот тут патрошки. Нормально. Так, ну мы же с вами в флауте, да? Нет, короче, там, ну-ка. Так. Тут что? Шпилька! Ну-ка, попробуем. Наверное, навык не хватит. Да. Замок слишком сложный. Так, ой, еще один. Оу! Чё-то я с ним облажался, не находите? Так. Так. Еще злодеи есть? Так. А, стоп. Все, я понял. Мы вот здесь вот. Криокамера наша. Да? Оп, а вот это не нужно. Ты с ума сошел, что ли? Глянь, какой вылез такой на меня, даже не заметил. Отлично, пип-бой у нас есть. Пыльный малех, ну ничего. Так, ну, окей, предметы, одежда, очки оденем, все-таки как у Изи Рубинович без одежды, да? Комбинезон убежища. Новый. Время на исходе. Так, окей. Т, таблица способностей. Так. Ну окей. Закрыть. Все нормально. Подключаем. Да, тут пи-бой нужен для того, чтобы открыть дверь. А мы тут посмотрим. Мне прям интересно, как они в убежище проникли. Если мы таким путем идем, не очень приятным. Как там вода, кстати. А в воде нет ничего?
немножко радиации, ну, отхилились, пойдем. О, так ярко. Так. Какие-то листочки. Здесь вроде тоже ничего нету. А, это вот лифт, на котором мы приехали. Все, нормально, выходим. Что ж, ребят, потихонечку буду заканчивать серию на этом, да? Вот, следующая серия выйдет не раньше, чем через 5 дней с момента публикации, на это есть своя причина, и выйдет ли она, зависит от вас. Вот, но я в следующей, если она выйдет, я в следующей серии обязательно покажу вам багульку, как достать данный криопистолет, помните, который там находился? Вот, попытаемся его достать, если багульку не исправили. Вот, ну что ж, друзья, сейчас посмотрим, что будет, да будем прощаться, да? Понимаю то, что многие уже выключили видео, но ничего, сейчас рановато я начал говорить вам о том, что мы с вами заканчиваем серию. Ну, тем, кто остался, значит, вы самые преданные, самые крутые чуваки. Да. Не забывайте, что мы периодически стримим на порталах Good Game Twitch, и, соответственно, иногда даже, если не включая музычку, то и на YouTube. Так что подписывайтесь на канал, не забывайте, также заходите к нам на Twitch, на Good Game. Там весело, интересно и бывают разнообразные игры, тем более впереди праздники, будет много времени постримить, потому что я стримлю по ночам, то есть вы сможете свои выходные лицезреть меня в прямом эфире по ночам и не только, так что всех приглашаю, не забудьте подписаться, очень долго что-то загружается мир, ну вот, надеюсь, что все будет нормально, а пока на вашем экране криогенная камера, из которой мы с вами выбрались. А, ну вот, в принципе, да. Опять солнце слепит, как обычно. Ну, мы уже привыкли к Fallout'у, так всегда начинается. И вот сейчас мы видим мир. Радио классика, радио Diamond City найден. Так, сейчас рябь пройдет. Давайте вниз посмотрим, так быстрее проходит обычно. Вот, видите. О. Все. Итак, да. А мы, кстати, мы откуда пришли-то? Мы оттуда пришли, да? Или нет? Или мы вот оттуда пришли? Нет, а вот здесь вывеска Волтек, и значит наш дом где-то вот здесь. Но это мы в следующей серии уже посмотрим. Всем спасибо за внимание. С вами был Артем Динамик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте. Всем пока, друзья. До встречи.